Колонтитул – это текст, повторяющийся на каждой странице документа. Для работы с колонтитулами откройте пункт главного меню «Вид» и из него вызовите команду «Колонтитулы». Рассмотрим состав палитры. Дата. Команда вставки текущей даты в документ. Время. Команда для вставки текущего времени в документ – при этом его значение будет обновляться при открытии или печати документа. Параметры страницы. Вызывает диалоговое окно с параметрами страницы, которое полностью аналогично окну задания параметров вызываемому из пункта меню ⁇ Файл ⁇ Основной текст. Переключатель, с помощью которого можно производить включение или выключение отображения основного текста на экране во время работы с колонтитулами. Кнопка верхний-нижний колонтитул позволяет производить переключение между верхним и нижним колонтитулом. После того, как работа с колонтитулом закончена, можно перейти в режим работы с основным текстом. Для этого необходимо нажать на кнопку закрыть в конце палитры.